Всем привет! Наконец-то наступил 2023 год, и в честь этого в Standoff 2 вышло новогоднее обновление. На этот раз я сделаю точковые ножи из этой игры в новом скине. Шаблон вы найдете по ссылке в описании. В прошлый раз, когда я делал эти ножи, мне пришлось выпилить 4 слоя толщиной по 4 мм. А теперь мне понадобилось сделать только 2 слоя, потому что я использовал фанеру толщиной 8 мм. Перила, как обычно, ручным лобзиком. А насечку я сделал отдельно полукруглым напильником. И дрелью просверлил отверстие. Теперь затащу лезвие на ножах напильниками, чтобы заточка была правильная, и сделаю разметку. И чтобы кончик лезвия был крепче, прописал суперклеем. После этого ножи можно заспаклевать. Теперь пройдусь наждачной бумагой, чтобы убрать шершавую поверхность. Теперь точковые ножи готовы к покраске. Сначала я покрасил их черной краской. Теперь начертил скин и начал его рисовать гуашью. Поначалу получалось плохо, поэтому переделал заново, но лезвие покрасил белым, чтобы рисовать было легче. После того, как их покрасил, покрыл несколькими слоями лака. Это был последний штрих в его изготовлении. А теперь обзор. На этом все. Спасибо, если вы не перематывали видео и досмотрели его до конца. По усмотрению можете поставить лайк и прокомментировать этот видеоролик. До скорых встреч!